Где она сейчас перед нами выступит? Поэтесса с самым приятным голосом. Мария Харченко! Бурные аплодисменты! Всем привет! Здесь есть кто-то, кто первый раз? Отлично, я с вами. Я тоже первый раз. Слава богу, не на сцене первый раз. Поэтому держим волну, но со всеми. Притча о рыбе. Слагаю сказки. Сиди и слушай. Живая рыба лежит на суше. Не в старый невод ее поймали, кусок сглотнула китайской стали. Хотела больше, хотела лучше. Лежит на суше с другими в куче. И вроде можно потратить силы хвостом хлестаться и быть спесивой, и вроде можно свалить на Бога. Но этот выбор — ее дорога. А где-то в море в бурлящей пене мальки теряют свое терпение, нарушив клятвы, заветы мамки, штурмуют невод, плывут к приманке. Быть может, это дурные гены, а может, дядька рыбак отменный. Никто не знает. Смотри и слушай. Сырая рыба лежит на суше. Спасибо. Кажется, настроились на одну волну. Следующая сказка про людей. А может, не сказка, может быть, быль. В моей книге раздел с такими сказками называется «Истории, которых было». Может быть, было много, а может быть, не было. От него убегала каша и сгоревший безбожно кофе. Он существенно был постарше, у нее был точеный профиль. Он был вечно в своей работе, гигабайты качал глазами, были взлеты на горизонте, был за пазухой тяжкий камень. Он тонул в ежедневных думах, был стратегом вполне опасным, и она рядом с ним тонула в этом взгляде, как утро ясно. Вечерами они смеялись и шатались по старым скверам, обнимались и целовались, как и сотни других, наверное. Он мог с ней рассекать по лужам, украшать себя сладкой ватой, мог, забыв про покой и ужин, танцевать под музон отвратный. Он мог прыгнуть хоть с парашютом, мог залезть на любую гору, только к ней. Все его маршруты, невзирая на светофоры. Он смотрел на ее запястье, гладил шелк ее нежной кожи. В ней он видел кусочек счастья и казался себе моложе. Но они расставались 10. Каждый шел по своим квартирам, не пытаясь вину повесить за неточности в их пунктирах. Ей лететь огоньком несмелым два квартала домов скривленных майский сад осыпает белым, но каких-то других влюбленных. Она будет в окне широком любоваться немым закатом и в компании с Сашей Блоком запивать тишину мускатом. Или включит в себе погромче музыкальную мини-драму, понимаешь? Не все так дольче. Есть у каждого в сердце раны. Но он, поднимаясь выше, слышит запах котлет горелых и становится радость тише в состояниях перманентных. Есть жена, она устала, дочка курит, у сына двойка. Теща с дачи уже достала эта жизнь, как рубец глубокий. Словно мухи на липкой ленте, эти люди в своей рутине зависают в одном моменте, и самим же потом противно. И казалось бы, все так просто.
он ушел бы. Но что-то держит в этом быте не очень броском и лишенным порой надежды. Может, это его привычка? Может, зона его комфорта? А быть может, он отлично исполняет свою работу, он ответственно держит спину, проявляет свою заботу, он надежный, как сталь, мужчина. Не испортить его породу. Только это совсем не точно. Здесь особые есть приметы. Проверяя себя на прочность, он нашел потруднее ответы. Что уйти — это очень просто. Это сказочку сделать былью. Через месяц в руках все звезды покрываются звездной пылью. Через год станет пресным ужин. Через два подгорят котлеты. Через три рассекать по лужам станет очень дурной приметой. Через 5 лет она устанет. Через 8 у сына двойка. Время женщин на раз меняет, будет в точности так же горько. И зачем вам такие траты? Пусть останется все на месте, пока яркие с ней закаты, они будут прощаться в 10. Она будет его секретом, сокровенным кусочком счастья. Он загадочным станет светом, согревавшим ее запястье. Спасибо. Такие вы классные. Мне даже прям уходить не хочется. А я еще могу почитать. У меня целая книга есть. Давайте еще. Еще? Хорошо. Спасибо. Это тема про ассоциации себя, людей с источниками света. Раскрой окно. Дыши. Дыши. Я не звезда твоей души. Мои глаза за 100 лет иссохнут, и померкнет свет. Когда фронты сойдутся в ряд, разрежет облако разряд стальным разверзнутым ножом. Ты мной не будешь поражен. Мой свет ни бросок, ни силен, не синтезируя озон, несу тепло его лучи, но я не плавлю воск свечи. И не свечу тебе в окно, когда бессонницей одной ты занят ночь, вопреки. Не освещаю уголки скривленных улиц и дорог, не сочиняю некролог. И я не буду ждать 100 лет, вокруг оси вращая свет на километры по волнам, мне не подвластен океан. Но каждый вечер в полутьме на бледно-шелковой стене рисует точный силуэт мой мягкий нисходящий свет. Со мной то, к чему привык. Холсты и переплеты книг, изгибы деки и колки и полуночные звонки. Я стану нежность источать, как 100 люменов в кровать стремится пасть и умереть, рассея фолова иметь на то, что любишь, чем любим. Я стану спутником твоим. Достань всего 1 фужер, налей вина, зажги торшер. Спасибо. Спасибо. Бурные аплодисменты Марии.